Шок контента, если честно, ничего удивительного. Около половины голосов за Путина были вброшены. И это абсолютный рекорд. Без учета онлайн-голосования, согласно данным ЦИК, в выборах приняли участие 74,5 миллиона избирателей. Почти 65 миллионов из них якобы проголосовали за Путина. Судя по анализу, Путин получил не менее 31,5 миллиона голосов с помощью фальсификаций. Прокремлевские каналы даже показали список, в каких регионах за Путина голосовали наиболее и наименее активно. Чечня – практически 99%. Часть временно оккупированной России Донецкой области – 95%. Это те, которые сидят без регулярных пенсий и воды. Большинство водоводов Донецка имеют 100% износ. Спасибо за оккупацию Путину. По указанным 5 районам с нулевым ресурсом 52 километра сетей водоснабжения. С нулевым ресурсом, это значит полностью изношен. Абсолютно верно. За Путина голосовали и в Туве, сообщают о 95%. Кабардино-Балкария – 94%. Часть временно оккупированной России Луганской области – 94%. Еще бы, там такой цирк устроили.